В Малиновском районном суде продолжается рассмотрение дела о покушении на Алексея Гончаренко. Сегодня, 30 августа, коллегия судей начала зачитывать обвинительный акт в отношении четверых обвиняемых – Луценко, Махиненко, Янковского и Жуковского. Все они члены так называемого православного казачества. Напомню, весной прошлого года Служба безопасности Украины задержала группу людей, которых подозревают в попытках создать Бессарабскую народную республику на юге Одесской области. Также по информации СБУ подозреваемые планировали ряд убийств. В частности, готовили покушение на народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Если бы у них это получилось, то Одесса бы сегодня горела в огне, как Донбасс. И не дай бог бы там такое. Поэтому, знаете, лично, что касается меня, я давно простил этих людей. А вот то, что они хотели сделать с Одессой и устроить здесь войну и бойню, это я простить не могу. В октябре прошлого года пятеро членов преступной группы «Череп», «Назаренко», «Коломийцев», «Шиламов» и «Полес» были приговорены к 5 годам лишения свободы. По информации следствия, все пятеро завербованы обвиняемым Александром Луценко.